Үтүү күннен күндүк өрәчілер бүгін бігеге ұстар бөлі өкті жүкуіскай қорат, труда ұлысы бастықы ажетігер келін тұрабы, жабу ұғук үліңі регионы ан бастықытын сақа серегер, бұл үлік бартылы ден креативнай кластерге келін тұрабы, жабүгін бігеге манна резиденлер үрелерін қамнастарын тұғынан білсеге әкпет, онын бігелікітті бірге болыргыдыр ұңырабыд. Для Якутии развитие креативной экономики – это ключевая ставка. В 2019 году Якутия первая в России разработала правовой нормативный акт о развитии креативной экономики до 2025 года. Квартал труда – это первая территория опережающего развития ТОР для креативных индустрий. Сейчас кластеры занимаются, основные направления креативного кластера – это анимация, кино и геймдев. Также у нас размещены студии и компании, которые занимаются дизайном, архитектурой, модой и различными направлениями. Также квартал труда – это площадка как институт развития. У нас образование – это наша основная площадка. В нашем квартале располагается Арктический государственный институт. Они вошли в программу «Приоритет университет 2030». Также располагается университет «Синергия». Сегодня у нас в квартале проходит форум предпринимателей, организаторы «Мой бизнес». Сейчас мы находимся в так называемой студии XR. Это сердце нашей медиалаборатории. Студия XR позволяет делать съемки, избегая зеленого фона, комбинированные съемки. То есть фон сразу отображается на экране за персонажем. Мало того, что он просто отображается, он еще подстраивается под движение камеры. То есть, если камера идет слева направо, то фон тоже так поворачивается. Поэтому нет ощущения, что это экран, что это не настоящий фон. И в конечном итоге мы получаем абсолютно фотореалистичную, реалистичную картинку. Знаете, в кино, звук в кино вот, состоит из многих составляющих. Кроме речи самих персонажей, есть звук летающих самолетов, взрывов,
шагов, шума одежды. Плюс к этому ко всему еще добавляется, обязательно подкрашивается любое кино подкрашивается еще и музыкальным сопровождением. В этой студии можно делать полный цикл озвучания киноматериала. От записи непосредственно реплик самих персонажей до финального сведения. Здесь можно записать, скажем, речь героя, добавить шумов, добавить каких-то взрывов и эффектов. И здесь ребята также пишут музыку, и все это сводится в один правильный трек. Но кроме сведения, важно понимать, что в этой студии правильная акустика, которая соответствует акустике кинотеатра. И звукорежиссер может настроить так звук и услышать его таким, каким он уже будет непосредственно, каким будет его слышать зритель. Это социальные отражающие свойства. И если раньше нашим звукорежиссерам приходилось снимать по ночам кинотеатры для того, чтобы сделать финальное сведение, то сейчас в этой студии можно делать все. У нас есть студия, музыкальная студия. И самое главное, что все эти студии между собой взаимодействуют. И люди, которые здесь работают, работают в студии XR, в остальных студиях, работают друг с другом. И очень часто появляются новые интересные проекты. Очень важно, что приходят молодые специалисты, набираются опыта. И людей, которые могут делать интересный контент, становится все больше и больше. Мы привлекаем ребят, которые проявляют интерес к CG, к компьютерной графике, к VFX, к визуальным эффектам для кино. Проводим интенсивы. И лучше привлекаем непосредственно к проектам, к большим проектам. Знаете, в проектах ребята растут, набираются опыта. Ну и если у них все будет хорошо, может быть, откроют свои студии и создадут когда-то нам конкуренцию. Я когда доктор, беги, бегу на том, бо тундрадин анимационной студия, 3D художник, который когда беринги все тех видел, курдук, Сергей Попов, на Артем Яковлев, там бары беги бо национальной кодейной компании канал, там мы огоден, кулгас мультика там корен бары Сергей Рикипулов, бо мультика он работал. Он же ты кинен, беги бегу на том, бо короче, бегер, Максим беги, короче, бегтан оглор, тарифтик. Термин был на 3D художник Боларбар. А школа не битрам баран верхки бета, конечно, но бэм верм бит. Книга лан, интернет торга материалы была хаян бэм верм бит. 3D графика не верм бит. Вот окурдук. Вон он улетаем для 3D графика. Окентен был тундра студия керамит мультик Амарбукт. Я учился сам по идее как самоучка. Я учился с помощью статей интернета, опять же книг определенных. А так специальности я радиотехник-инженер и педагог информатики. То есть два образования. Онтон же был студия тогда. Я студия ходил тогда для бедей, мама каскады, когда бы была тогда где он один мультик, он работал, то же время работал. Значит, у нас в команде около 10 человек примерно. Там не только именно все художники, там есть еще юридическая часть, бухгалтерская часть и так далее. В процессе создания мультика у нас ушло примерно около полугода. То есть сперва создается сценарий идеи, потом идет раскадровка ее, то есть она идет полностью в 2D, потом идет черновая озвучка. После этого уже приступаем непосредственно к художнике, где делаем так называемую черновую анимацию. То есть покадровая анимация такая очень грубая, где мы сверяем весь хронометраж примерно, а потом уже делаем финальную часть каждого кадра, и таким образом мы получаем короткометражный мультфильм. Вроде как 10 минут не так много, но занимает больше времени, чем кажется. Оголор колобра бумана 3D-нан жартанықтар мағарар болақтарына қайда беселдері әйіне қантан болалар еді? Бетінің тундра анимейшнден тоқ социальных сетях можна блоқ қайым бар. Контакт дейін бар бұд.
Вот. А кинер, а менеджер бутинг это хвостингит ближе хотим информация не ближе хотим. И кис мультик под номер один вот. А не скажи, где-то хорошо. А он на тон был оволорко, и где-то у себя летит. Пожелание нужно учиться постоянно, довольно часто это делать нужно, потому что каждый раз появится что-то новое, и это нужно узнать всегда. Это как спорт, нужно всегда этим заниматься, чтобы всегда быть в форме хорошей. Тогда у вас будет хороший спрос как специалиста. Ну и в целом этот рынок очень хорошо развивается, сейчас он становится более популярным, потому что раньше это было нужно иметь профессиональное оборудование, сейчас это можно сделать на домашнем компьютере. Поэтому нужно заниматься. А то трудно именно делать на хатамарамблах на блендер тангалахахин, библин, любит тоха блендер, я основным был, олегин блендер и учите, как трудный художник был хатамарамблах. Блендер бесплатная программа, Atlas Packet, Хайвак, там трудут и лямбры хатахин. Урок на кельбах, Курехотенхин, YouTube кабар, любой тоха социальная сеть, урок торбехтер. Да, я махтал, я хамин сидели в Агараб. Махтал. Спасибо. Наша студия занимается графическим дизайном, различными видами дизайна в целом. Мы работаем уже, в следующем году будет 5 лет, как мы работаем. Вот мы образовались в 2019 году. Наш руководитель Ростислав Павлов, дизайнер с огромнейшим опытом, работает в сфере уже больше 20 лет. Ну вот собрал нас в 2019 году, и вот с тех пор мы на нашем корабле плывем. Мне кажется, все мы вечные студенты, потому что нужно учиться, чтобы оставаться актуальным в своей профессии. Но я думаю, это касается абсолютно любой сферы. Необходимо все время учиться, открывать новые, познавать новые навыки, новые какие-то техники. Сложно сказать, как... нету методички, как открыть дизайн-студию. У нас все получалось нативно, и специально не форсировалось какими-то факторами внешними или факторами извне. Тут, скорее всего, вечное учение. То есть чем больше ты учишься, тем больше ты открываешь для себя нового и, соответственно, можешь какие-то новые выводы сделать. Я могу посоветовать молодому талантливому человеку из Улуса как можно больше учиться, как можно больше смотреть. Сейчас очень много всего доступно онлайн, и даже в Улусах есть хорошее интернет-соединение. Вот поэтому это, конечно, ну, нет никаких ограничений в этом. Поэтому необходимо больше всего учиться смотреть, следить за новостями, оставаться актуальным для, ну, в своей сфере, в своей специальности. Как можно чаще выезжать хотя бы в город, в другие города России, например, по возможности ездить на какие-то конференции. Мы в 2020 году ездили в Суздаль на дизайн-выходные, и это конференция для дизайнеров со всей России, туда собираются абсолютно все регионы, и она абсолютно бесплатная, и это дало очень большой толчок. То есть Ростислав, как руководитель, ему было интересно определенные направления. Нам, как специалистам более узких профилей, были, соответственно, интересны, ну, соответствующие нам направления, и мы оттуда приехали с невероятным багажом. Открылся такое место, в котором собраны специалисты, представляющие различные креативные индустрии. Это невероятный толчок для развития республики, для развития креативных индустрий в нашей республике. Невероятный потенциал у этого места есть. И мы всеми своими всевозможными силами будем стараться двигаться в этом направлении, развивать не только себя, но и это место в том числе, потому что человек создает место. Все мы, вот, будучи резидентами здесь, мы создаем это место, создаем здесь определенный поток, который развивает, тянет за собой всю республику туда, в мир. Но мы давно переживали по поводу того, что мы выезжаем
из города, из республики, и всегда хотелось привести что-то свое из своей культуры, и мы там очень много рассказывали об этом, вот на те же дизайн-выходные ездили, а с собой ничего не привезли, и всегда по этому поводу переживали, и очень хотели, чтобы у нас было что-то, что мы могли бы с собой как небольшой подарок привезти, показать, вот, и, в общем, наша боль не могла никак закрыться, пока мы не закрыли ее сами, вот, и мы решили сделать в этом году. Ну, идея старая, мы сделали набор мерча, основанный на якутском эпосе «Олонхо», и в этом году сделали вот такие футболки, они, значит, из серии «Три мира» эпоса «Олонхо», и на каждой из футболок одинаковый принт сзади, представляющий наше священное дерево «Алукмас», и «Три мира», значит, верхний, серединный, в котором мы живем, и нижний мир. Мы сделали шоперы с алфавитом Новгородова, шрифт к этому алфавиту. Точнее, алфавит Новгородова в последнее время в целом стал пользоваться большим спросом. И мы сделали реконструкцию шрифта из издания букваря 1929 года. Вот, и используем его по возможности в наших проектах. Красная сумка, соответственно, Кагыл Хаппар. В нашем мерче есть набор открыток. А в открытке тоже использованы с алфавитом Новгородова, соответственно, с шрифтом. И набор открыток называется «Пословица притча предков». Вот, в таком наборе 9 открыток, и они все представлены вот здесь. Вот. Стилистика иллюстрации – это якутская графика, якутская линогравюра. И каждая открытка она представлена с якутской пословицей и соответствующей иллюстрацией. Каждая открытка, кроме этого, еще анимирована. Вот в наборе на каждой открытке на обороте есть QR-код, вот, по которому проходишь, и открытка оживает. Вот, поэтому это был такой большой проект, который мы давно хотели сделать, реализовать, и в этом году наконец-то его осуществили. Бейбилин Болуана Кибер Аренова, Калена Ларвуд, креативный кластер Кистегер Бар, Нолана Бихи Юретевит, Оголару Нолахан Джаннуру, креативный инструмент Аналлах Хайсхага. Олетер Болуана Анимация Рогга, дизайн Дома Рогга, Онна Тох, Ньон Рогга Юретевит. Кластеры, Манник Обсен Аланкар Дахпитне, Кини Уратата Джан Болуана, именно креативный инструмент Бар Джаннур Барни Бихи Гехамьер Болуана. Ол болланы бияқа түгіп берер хәп, әлбәқ әй тәңге проекторы оңырын тағарыға жонлары бейіманы білімді бітігер хамы хәптәқ дейін өт. Тұға дейтәрге анимацияды оңырыға бір сценаристар надалар, дизайнердар надалар, хүриятшылар надалар. Ол жонлар бары бұл манна бұл хивге бағалар, кейін оңырақшылар да бары бағалар. Онына бұл кластер именно тоқпылар декені. Ханга хагала нерер эвитер бу арича тан ирахан тохтика кайс хадика хапади анимация мурахан деген олихи манны тох кемета хох кихе тан тохтика бихча ир хайдден хап нады улади ато бу кастерге манны бу манны киминна кене тохо түттен кеме хайдди условия ден терьер оборудование эхеха берер ага. То есть уже бен отлагарни на то, я хвала на вонык арендага берилдер, он то калара вонык тукем лагар булади. Бир бихи тунан жатна булади. Хайда хати хай. Виртуальный контент на вараханы нахнеп. Анна хим бир абордуня то хатан ки тудан арбат. Анна улана бихи билигин хамы фирмит кем булана хамы тугун нахтак патин ден жаннору оланык оран тахарага то бар тугу бартын процесстарын, циклдарын жақады, өрдеқ дәқпіт. Бүйімінді оланы от егер кебіппіт, таба хайын кей дәқпітте. Онында бұл ол ұстаты оланы лағырды рейпіппіт оғыларға. Онында білген бұл оланы ұжыр ұлыған жандарық төлеген халық дәқпіт. Ойында ғаң опыскаттан кәнер өлен жандар. Әп кенлерге ден анамыд олық интерегіне, онында күлгас, білген ғамы өдейін тұры күлгас өрек. Кемді хұндық өрінен бағыр бар, жон береметі құқ, жон барынар. Тоққа білі, а то, если говорить, мы не курируем здание, где-то полоде, я хотел бы, чтобы были проекты на нерельдер.
Өз бәлірі бөлілі ақтыр, оны бәлірі әсебі проекті ақтыр. Бәлірі тұғатырын, бәлірі доллар тұққатырын де. Ол оның бір үксілерігер керективный составляющий бір бар. Ол оны бігі үйретемет, білеммет, тұққана делларын қаямет, мұманын үйретемет. Білейін болдағына алты группына бір айдатуыд, кәлеріттен үйретен ағылықты ақпыд, ұшталарын ұспытатылыр. Оғаларға дейін анимация орылды. Әтені оланы ме бігі әлбақты ұшталары күттәкестен қаямыт ұжы маңды білдіқ бітті. Олан бұрымыз әтен кәсіп бітті кәлінгіз анимация орын деп бітті. Бастан кем дұқына дейін біле өт, онтында ол кенін бағарларының өйерек маңды күткен тағыр өт, оғырын тағыр өт. Гемдіф, онығырын құрыл, білім бұланы бейхі проект бар, Аластен. Ол бұланы гиперкозал тоханю. Она была на тохтен тематика, это фермер сладен, фермер, хозяйство, фермерское хозяйство. Бұлыргы уя, эти тох, он тохсус уя, когда бұлыргылар олар бұтырынде, он кадыра айпнавт, анюга. Бидда сана техника сох бұлар, ол анюга. Барта тох бұлыргылы, отоқсалдар, тоқтылдар. Инағы қайда күрілдерді, крестьянское хозяйстведен, бұлыргылы қайда әйтеден, ол оның игрок анюр. Эти анюден, тоғаден, этені канюлар альбақтыр по миру. Там фермерское хозяйстведен, оны бұланы, оны толкуйдан баран, көрен баран, беге бұл олақ бұд, беге тоқ культура бұд, қайдары необычны болады, экзотика болады, арады үлігі. То есть за рубежом. Оно бегает быт хайдары кадырюха надо день, культурным кадырюха надо день. Оно хайдах кадырюха один день. Анюга как раз таки все приятные. Оно было на тохтара эти сенокосы инда, саин. Отоксаган инден, день, хайдах болырыны инден, день, тохох он хайды инден, день, тохох кыгыны бленене инден. День. Онюга үчейді көстерден болып бар. Онақы бұланы от бере, онақы бұланы үйт бере. Бұл үйті қаму ер, оны кені балағына үйтже. Оны геройдары дәлдіған? Геройдары бұланы пока бұл білеген бір герой бар. Ләпіт алтығыл болылы қамандаға ұтқақ объединені консультантығы ұтықша кейі бар. Оны бар әке урбаниктарға көмілі әуіт, кенерге консультация өбішені түттен. Кенер бизнестарын қайда құйыпты өттік туғанан үлілетті әкі атығыны қамнағы прибілі әбеді құйыптен ұлттыр көмілі әуіт. Аға, тұқ, бейі бүніне арас-арас офистарға Оны ұрқыттан білі бір ұлған зданияға бейі күрдік жанры күтті бергілі әтіқпінде үші бабылу дейінде мишнадері тебет, оны как раз бұл кластарылы бұтығар бұл 200 квадрат арендаланыр ұғыт, онына манна атыттар күтті білсен бір ұлғыз идеялағы жанры күтті қаямыт ұжы тасовместі проекттің алыр ұғыт өлінші бай. Ота мен әті креативный кластар дейтінде мұны көрдеуім білі. Саха әрегер күсті қайды боларын тұғығыр, ағардысты білі қатчынан, экономиканан, білігін бір тағы там мацап, білігін бір тоқ, ханға идеялар, ханға сүрәнлер дейін боларды. Білі кеддіқтеріне біддері тоғара ханға тұқайды қойапкен. Оны кі білі манна как головной центр де қойапты, мазге де қойапкен. Білі ханға идеялары тұқ көйдір, бігі қолыр дей бизнеска, қайда кеске қайдарға маркетинг өттігер, кемері білі креативный өттігер, кемері торшық өттігер. Оны білі как центр білі қылтынлай күшкілі атағаны білі Ол идеялар қайданыр ұлыған проекторың ұрық қаптенте ұлыған бағаны алақ бұл.
Компания Балдрин Нарлута, Августа, Терлипит, проект Рембетн, Халапут, Салхамбата, Сентябритн, компания Теблин, Алтон, Кирилдир, Раздон Статтер, программист, дизайнер, UX-UI дизайнер, системный аналитик, маркетолог, собственно, IT сфера. Дорный страхом бартовалар. Мос компания сел сорок один дёнга вон бизнес ка кебе. Дён тугенник покупка выгодная покупка волара бизнес холобур бярин покупателям тугенник волара один вон вовсе сел быттен супер предложение супер апте на малых умропту марот. Раз сервис Требартен Бухалбан, бир приложение, чтобы республика Лахтуава Бартен, бирика Бударан Кудук. Выгодная покупка, мероприятие Габили, тур товар заказ там, Кудук. Квартал Габи, Хаски Бибит, арендован. Еще есть данный вид, Барта удобный, лохан помещение Лар, инфраструктура, Барта еще есть. На администрации МИ Камлигар. Мероприятие как поддержка выражена на Кубок. Мухсанан би компания Хайдатурор, проект под Хайдатурор, в Лигин команда вот имя Эльбис Рухтах, программисты Надлар, дизайнеры Надлар, Эдер Джон Келлинг и Люлян. Всех рады. ProModels основан в 2018 году. ProModels является площадкой для продвижения и развития международного уровня. Мы переехали сюда, получается, в мае, да, и вот потихонечку сами вот обустраиваем наш новый дом, наш зал, да. Вот, например, логотип рисовали наши модели, вот зеркала сами ставили, сами мыли, все сами делали. В общем, сами все обустраиваем и сейчас здесь работаем. Очень хорошо, детям очень нравится здесь у нас просторно, классно. Букурдук урутан сайды территории тер биги сахабыт сиригер кен кон аныгы кемерде белгер эппеттир тупсағай эбиек блекабартылы креативный кластер ахылан индустрияны сайынарыйга онна улықта продукциялары омурон тахарыйга бизнес резиденлергер тетемнәктік сайдалыргар условия барет түнен терелинне онна кыг берелинне. Бірінгі көктөг дегиттер сайдылағы үрдік тахымнақ айыр тутар үтчаты түмен әлбе кулы местетін тахаран экономика сайдытыгар төхү болуға. Сайды артықтарын арен, енеке кәскелі солу арайды.